Добренького! Сегодня обзор моего любимого инструмента. Думаю, все догадались, сегодня новиночки от Milwaukee! Ну, на самом деле, новиночка здесь только одна, бесщеточный реноватор. Все остальное новинки в этой мастерской. А именно, аккумуляторные ножницы для пластиковых труб и аккумуляторный степлер. Причем степлер и реноватор пришли на смену макитовскому инструменту 18 вольт. А все почему? Как говорится, сравните аккумулятор-слайдер 18 вольт от Makita и обойма 12 вольт от Milwaukee. Ну вот, пожалуй, именно с аккумуляторов и начнем. Итак, 12 вольт, 2,5 ампера, и это высокотоковые аккумуляторы. Старенькие 2-амперники и 3-амперники выглядели вот таким вот образом. Ну, то есть абсолютно ничегошеньки не поменялось. Однако на высокотоковых некоторые инструменты раскрываются, так скажем, в полной мере. Вот этот вот шуруповерт 3-го поколения, дисковая пила. И, пожалуй, все. Да, кто бы тебя еще в чувство привел. Итак, в шуруповерте у нас уже стоит аккумулятор 2,5, высокотоковый. На вот этих вот двушках он, в принципе, практически ни на что не способен. Очень быстро перегревается и очень быстро ее высаживает. И да-да-да, я прекрасно знаю, что у Milwaukee есть аккумуляторы 4, 5 и 6 ампера, 12-вольтовые. Но не для этого я покупал эту линейку с обоймой, чтобы отсюда выступало подобие слайдера. Поэтому 2,5 высокотоковые. Однако свои убеждения абсолютно никому не навязываю. Знаю, есть люди, которые приобретают исключительно 5 и 6 ампер. Кстати говоря, высокотоковые тоже появились пятерочки. Цена одного аккумулятора 2,5 ампер-часа в настоящее время составляет 4000 рублей. И это, конечно же, не у официалов. И теперь у меня таких целых 6 штучек. Ну и еще десяточек обычных. Что, аккумуляторов много не бывает. А с учетом их емкости лучше иметь определенного рода запас. Ладненько, давайте перейдем к новиночке. Инструмент, который нужен стабильно всего лишь раз в году. Но, по крайней мере, мне новенький бесщеточный реноватор от Milwaukee. И тут такой интересный нюанс. Поговаривают фанаты Milwaukee, что новиночка бесщеточная похуже будет старого щеточного собрата. Но, к сожалению, щеточного у меня никогда не было, поэтому сравнить не получится. Посему рассмотрим новинку отдельно. Точно знаю, что на старом щеточном была ключевая замена оснастки, как и на моей старенькой Makita. Здесь же этот процесс, так сказать, несколько упростили. Далее в комплекте у нас идут буклетики, инструкция, одна пилка и подошва для шлифования. Что я могу сказать? Он несколько толстоват, думал, будет немножечко потоньше. Вставляем аккумулятор, включаем, завибрировал. 12 положений регулировки скорости. Ну и давайте попробуем установить комплектную пилку. Итак, как ты работаешь? Замена оснастки, конечно же, бесключевая, не используется шестигранник, однако винт покрутить придется. А нет, я что-то делаю неправильно сейчас. А, все, разобрался. Разблокируем замок, немножечко проворачиваем вот этот винт и снимаем оснастку. Точно так же и устанавливаем. Выкручивать винт до конца не обязательно, но опять же, смотря какой тип оснастки. Если с разрезом, то не обязательно. Если вот такой вот, то придется выкручивать полностью. Да, это не Bosch, не Festool, но шестигранника, да, не имеется. Ну, не знаю, щенячьего восторга, конечно же, не испытываю, взяв этот инструмент в руки, но вроде бы неплохо. Давайте перейдем к следующему, опять же, также пришедшему на замену Makita. Степлер. И вот тут интересный нюанс. Особых претензий к степлеру Makita касательно его слайдерной аккумуляторной платформы у меня не было. Там хорошая развесовка и хорошая эргономика. Проблема заключалась в следующем. У него была, так скажем, не лучшая всепролазность. А касалась она предохранительного носика. И это вот эта вот часть. На Makita она была достаточно сильно смещена от края. Если мы сейчас возьмем пневматический степлер, у него предохранительного носика нет вообще как такового. То есть вот куда ты его направил, там и вылетает скоба. На аккумуляторных происходит смещение примерно на 5 мм. И вот при монтаже пластиковых панелей, ПВХ или ламината к стене приходится, так скажем, несколько подстраиваться. Если берем пневматический, он сразу же ставится в паз и прибивается. То что с Makita, что скорее всего с этой Milwaukee будут определенного рода проблемы. Что же касается больших площадей, допустим, какие-нибудь пароизоляции и гидроизоляции, то там аккумуляторный степлер, так скажем, не лучшее решение. Поскольку намного быстрее и эффективнее пользоваться, где-то у меня есть, о, подобного рода штукой.
пыльный очень, заметно, как часто я им пользуюсь. Так вот, ударный степлер работает просто от удара. Скорость работы невероятная, только успевая менять скобы. Ну да ладно, видимо, независимо от производителя, от этого нюанса уйти никуда не получается. Замена оснастки достаточно удачно выполнена, регулировка силы забивания скобы. Курок, в принципе, все. Ставим аккумулятор. Вот так вот выглядит аккумуляторный степлер M12 от Milwaukee. И он значительно легче, чем макитовский. Когда-то давно, очень давно снимал обзор на бирюзовые инструменты этого же класса и записал вес в минус, сказав, что поработать им целый день, запястье к вечеру отвалится. Со мной начали спорить, на мебельных производствах говорят, незаменимая вещь. Но на самом деле я бы очень сильно хотел посмотреть на мебельное производство, где у всех аккумуляторные степлеры. Они на самом деле очень сильно недешевые. Намного дешевле поставить компрессор и покупать пневматику. Вот этот степлер стоит 3500, ну, по крайней мере, стоил. Этот 16 тысяч рублей. И это, само собой, без аккумуляторов и зарядных устройств. Представляете, сколько на смену нужно аккумуляторов, сколько степлеров и как часто их придется менять. Намного проще обслуживать пневматику. А помимо того, что пневматика дешевле, она еще и значительно легче. По производительности фору даст любому аккумуляторному инструменту. Скобки здесь используются значительно больше, а скорострельность значительно выше. Причем данный степлер я еще не тестировал, но весь аккумуляторный и электрозабивной инструмент многократно уступает. Ладненько, переходим к самой интересной штуке. И это секатор для пластика. Деревья мы им обрезать, конечно же, не будем, а исключительно работать с полипропиленом, металлопластом, сшитым полиэтиленом. О, мне даже сюда закинули жвачечку. Ну и что-то стало несколько плохо. Пробовать ее, опять же, конечно же, не будем, поскольку весь этот инструмент собирался на протяжении 3 месяцев. Секатор купил первым. И первое же впечатление, охренеть, он здоровенный. Это самый большой инструмент 12 вольт от Milwaukee, который у меня есть в ассортименте. До аккумуляторных ножниц пальма первенства принадлежала вот этому вот заклепочнику, который тоже вообще ни разу не маленький. Ну да ладно, отставим его в стороночку и посмотрим, как вы работаете. Мне прям очень и очень интересно. Ну, конечно, да. Разблокировать. А, тут надо разблокировать, нажать открыть. А как ты открываешься? Ага, открылись. А закрываешься как? Переключать надо? И что, постоянно переключать? А, во! Круто! Тут у нас целых 2 курка. Один идет на быстрое открывание, второй на закрывание. Обязательно нужно нажимать блокировку. Сейчас мы отрезаем кусочек нашей трубы, нажимаем на курок, быстро приподнялась. Можно переключить реверс. Для начала необходимо закрыть эту же блокировку. Реверс не в ту сторону, блокировка. Отрезаем кусочек. И теперь переключаем и поднимаем медленно. Обычно на аккумуляторных секаторах рисуют картиночку, можно отрезать пальчик. Здесь же Milwaukee нарисовала, что можно отрезать целых 3. Но, судя по габаритам, думаю, да, легко. Ну что же, вот они, наши 3 новиночки. По реноватору пока что абсолютно ничего не готов сказать. Так скажем, несколько подрастроили тактильные ощущения после того, как я его распаковал. Степлер, блин, он маленький, компактный, достаточно легкий. По соотношению с Makita он легенький. Прикольно. Но самая крутая штуковина сегодня, это, конечно же, ножницы. Поэтому тестирование предлагаю начать именно с них. Сейчас, поковыряясь в обрезках трубы, обязательно что-нибудь найдем да проверим. Ну что же, все, что смог откопать у себя на участке. Полипропилен 32-25, ПНД-25-32, кусочек металлопласта 12, кстати говоря, минимальный диаметр 12 мм. Максимально 50, но у меня есть только кусок канализационной трубы. И такой интересный нюанс, сшитого полиэтилена пока что нет, появится, когда начну заниматься отоплением. Есть кусочек кабель канала. Через данные трубы прокладывают электропроводку, и их обычно пилят обычные ножовочки. Если взять секатор ножницы, то краюшек неизбежно заламывает. Посмотрим, как будет справляться Milwaukee. Для начала полипропилен. Вообще легко. Это был 32-й, 25-й со стекловолокном внутри. Также не проблема. Переходим на ПНД, что опять же будет абсолютно никакая не проблема. Но чуть-чуть заламывает, чуть-чуть сильно заламывает. Ну, труба, конечно же, помягче будет. Однако перекусывает.
Даже есть небольшая разница в работе аккумуляторных ножниц и обычных ручных. Вот это срезалось обычными ручными ножницами, вот это аккумуляторные. То же самое и на 25-й трубе. С металлопластом, я думаю, абсолютно никаких сюрпризов не будет. Мы его легко перекусываем. И точно так же заминает, как и ручной секатор. Ну и 50-ка канализационная. Опять же, не предназначена для этих ножниц, но проверим. Самое главное, чтобы оно все влезло в захват. Чпаньк. То есть полипропилен 50 мм должна резать прям вообще хорошо. Эта труба согнулась, но здесь очень тоненькая стенка. И теперь кабель-канал. Опять же, стенка тоненькая, не просто так его пилят. Ну да, заламывает. Но в любом случае при резке металлопласта нужно пользоваться развальцовкой. Я думаю, с шитиком будет примерно все то же самое. Что касается полипропилена, справляется прям вообще отлично. И несмотря на то, что они здоровые, эргономика у этих ножниц великолепна. Их можно спокойненько поставить. Здесь плоские части стоят уверенно и работать на полу. Можно взять в руки, куда-то подлезть. Но опять же, всепролазность у них будет не суперская. Также у этих ножниц имеются резиновые накладки по бочкам, то есть можно даже, наверное, таким вот образом как-то работать. В общем, работаем, как нам только заблагорассудится, а только пальцы не надо засовывать под нож. Все-таки чревато. Прикольная штука, реально прикольная. У Milwaukee на самом деле очень много специнструмента 12 вольт. Это самая широкая линейка на рынке с 12-вольтовым инструментом. Переходим к степлеру. Эргономика рукояти стандартная для всего 12-вольтового инструмента. Кому-то она не нравится, поскольку здесь достаточно широкая часть и в ладошку ложится не очень. Но Milwaukee единственное, кто делает здесь утончение, то есть в ладони. Пережимая большим пальцем и указательный на курок, все очень удобно. Да, при маленькой ладони нижняя под 3 пальца кажется широковатой. И эта характерная черта присуща абсолютно любому аккумуляторному инструменту от Milwaukee 12 вольт. Все рукояти будут несколько широковаты в нижней части. Но опять же, курок, реверс, все всегда под рукой. Ладно, трубу убираем, заряжаем скобки. Тип 140, все стандартно. Откопал замученный жизнью кусочек ламината, можно будет проверить, как попадаем в паз, кусочек фанеры и какой-то там сосни. Итак, скобки минимум 6 мм, восьмерочка у меня есть и 14. Предлагаю начать именно с 14. Самое главное не приколотить вот этот вот пирог к моему верстаку. Ну да, как и говорил, носик немножечко, приходится с ним играться. Так неудобно, так. А так носик до конца не дожимается. Ага. Ну и мощности нам необходимо немножко добавить. В принципе, вот она главная проблема аккумуляторных степлеров. Предохранительный носик постоянно тыкается не туда, куда надо. Не, само собой, приспособиться к этому ко всему, конечно же, можно, но нужно искать то самое удачное положение. И почему-то 14-ю скобу он не вбивает. А вот Makita-вский с этим легко справлялся. Если взять более мягкий материал, та же самая сосна, то здесь проблем абсолютно никаких нет. Скобки добиваются до конца. Ладно, с 14-ми разобрались. Давайте посмотрим, как у нас будут обстоять дела с восьмерочкой. А восьмерочка тип 80 для пневматики. Шестерочка. Да, скобы тоже бывают абсолютно разные. Тип 80, тип 140. 80-ка будет поширше, чем 140-я. Ладно, шестерка. Сначала ламинат. Из плюсов, пожалуй, стоит отметить, что он бойком не вдавливает в скобу в материал. Хотя мы накрутили на плюсик здесь достаточно много. Да, он работает несколько помягче, чем Makita-вский. Сейчас забил целых 2 скобки. Но опять же, это не проблема степлера, а проблема вот этих вот дрянных скобок. Матрикс. В принципе, данный степлер мне очень даже нравится. Маленький, компактный, относительно легенький для вспомогательных работ. Дело в том, что пневматику не всегда удобно притянуть в то место, где тебе нужно забить каких-то несколько скобок. Да, в условиях мастерской аккумуляторным степлером я абсолютно не пользуюсь. Шланги, вот они все рядышком, поэтому только пневма. А вот для общестроительных работ данный инструмент очень даже сильно пригодится. Но опять же, смотря какая площадь.
Не люблю я работать этими вибраторами. Да, у Makita есть с гашением вибрации. И, кстати говоря, обзор на канале также на него был. Но он, так скажем, несколько здоровенный. А с учетом того, что данный инструмент в условиях этой мастерской применяется чрезвычайно редко, вообще не вижу смысла брать именно то. Малютки мне хватит. Шумный, дребезжащий, но режет хорошо. Мне прям реально нравится. Ладно, давайте попробуем отрезать что-нибудь подлиннее да потолще. Возвращаясь к началу видео про слухи, то что новый бесщеточный реноватор хуже старого щеточного. Опять же, старого щеточного у меня не было, я его так в руках пару раз подержал, не работал. Но как работает эта штукенция, мне прям реально нравится. Он лучше работает, чем моя старая Makita. В общем, по итогу получается достаточно интересно. Данное устройство в самом начале видео не произвело на меня абсолютно никакого впечатления. Но как он работает, реально нравится. Как работают ножницы, просто обоссаться не встать. Степлер самый обычный степлер. Со всеми косяками и нюансами своих собратьев под другими брендами в данном типе инструмента. Но здесь мы еще получаем неудобную толстую рукоять. Для кого это важно, опять же, стоит отметить. Мне, например, уже достаточно привычно. Ну и стандартно во всех обзорах. К качеству пластика претензий абсолютно никаких нет. Обрезинки на всем инструменте идеальны. Очень ровно и очень хорошо приклеены наклеечки. Логотипы здесь литье. В общем, копаться абсолютно не до чего. Толстые металлические поясные скобы. А с учетом веса этого степлера, на поясе его можно носить легко, не опасаясь, что штанишки спадут в один самый неловкий момент. Со степлером Makita просто гарантированный случай. Секатор, секатор крут, секатор нереален. Вообще сказать больше нечего. Но узконаправлен, специализирован под определенный тип трубы, поэтому стоит лишний раз задуматься, а 16 тысяч рублей за него недороговато ли? А, это я не у себя спросил. 16 тысяч рублей за данную игрушку считаю просто офигительной сделкой. Когда-то очень давно таким же образом я приобрел вот этот вот аккумуляторный заклепочник. Работы для него особо не было, но думаю, когда-нибудь да пригодится. И это когда-нибудь превратилось в то, что заклепки в настоящий момент используют с завидной регулярностью. Замечательный крепеж. В общем, у меня на этом все. До новых встреч.